и все вместе. Добрый день, дорогие друзья! Рад вас видеть в островах. Кстати, мимо шляпы не проходим, монетки бросаем туда. Шутка! А если честно, хотел спросить у вас, казаки в зале есть? Шалом, казаки! Друзья, я бываю в разных городах, всегда пишу новые песни, и вот приехал в Благовещенск, зашел в торговый центр «Острова», и сразу родилась новая песня. Итак, музыка! Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла. Гоп-стоп! Ты много на себя взяла. Ты в островах все скупила. Сумки с крокодила. Банковскую карту обнулила. Нас по миру пустила. А мне носовой платок купила. Все равно буду ходить в острова я каждый раз. Хоть тысячу раз. Друзья, ходите! Торговый центр «Острова». Всегда вам здесь рады. Говорю вам я, Александр Розенбаум. Спасибо. У всех прям вот вопрос просто застыл. Где вы делаете такие шикарные стрижки? Стрижки? Да. Ну, я думаю, можно и в домашних условиях такую стрижку сделать. Главное не забыть подсолнечное масло.